Привет, дорогие мои друзья! Очередное гениальнейшее изобретение китайцев – навесной замок со сканером отпечатка пальца. Такой замок будет удобен, ведь ключ не нужно носить с собой, достаточно прислонить к замку палец. Отпечатки пальца настраиваются через приложение, к которому тут идет подробнейшая инструкция с картинками. Для работы сканера отпечатка пальца, конечно же, ему необходимо электричество. И заряжается встроенный аккумулятор при помощи microUSB кабеля. В замке предусмотрена защита от влаги, а это значит, его можно использовать на улице. Разъем для подзарядки предусмотрительно находится в нижней части. Конечно же, такой замок сам по себе будет привлекать много внимания, поэтому повесить его можно обратной стороной, как бы сканером отпечатка пальца к двери, тогда он похож на самый обыкновенный замок с ключом. Распаковав, первым делом попробовал прислонить к сканеру все пальцы по очереди. Как и положено, замок, конечно же, не открылся. Если отпечаток не совпадает с тем, который находится в памяти замка, светодиодный индикатор светится красным, если совпадает – синим, а далее срабатывает механизм отпирания. Его еле-еле слышно, то есть замок сам по себе очень тихий. Встроенного динамика тут тоже нет, поэтому замок не издает никаких звуков, совсем никак не пищит. Для управления и настройки замка необходимо установить приложение O'Clock. Доступно в Play Market, а также в Apple Store. Запускаем, даем разрешение приложению, а обмен данными с девайсом будет осуществляться при помощи Bluetooth. Зарегаться в приложении можно по номеру сотового, либо используя почту. После регистрации в приложении нужно добавить замок в ваш аккаунт. У каждого замка свой номер, идентификационный код, который указан на наклейке в комплекте. Все, что нужно сделать для добавления, это просканировать наклейку камерой мобильного телефона и дать замку название. Черная круглая кнопка в интерфейсе – это кнопка разблокировки, и на ней в процентах указан уровень заряда встроенного аккумулятора. Если же мы хотим использовать для разблокировки замка не эту кнопку, а сканер отпечатка пальца, нужно добавить отпечаток в базу замка. То же самое, все как в мобильном телефоне, вводим название отпечатка, пусть это будет один, и прислоняем несколько раз палец к сканеру. После этой нехитрой процедуры вы для замка в доску свой. На случай пореза в базу замка можно добавить еще несколько отпечатков. Чтобы изменять настройки замка уже внутри приложения, можно установить опять же на вход либо отпечаток пальца, либо пин-код. Порезались, зашли, открыли через приложение, с этим понятно. Разрядился аккумулятор, принесли пауэрбанк, подключили, открыли. С этим тоже все понятно. А вот как замок поведет себя в мороз? Предлагаю как следует его заморозить и посмотреть, что с ним будет. Ведь в Китае таких холодов не бывает. Запертый внутри холодильника замок устроил забастовку и отказался выходить на связь. Вероятно, работает функция энергосбережения. Для того, чтобы Bluetooth в замке активировался, нужно поднести палец к сканеру отпечатка. Спустя сутки заморозки открываем морозилку, измеряем температуру замка. Минус 15 градусов показывает пирометр. Ну и прямо так, не доставая, проверяем замок на работоспособность. Как видите, замком все хорошо, даже после суток заморозки он работает. А это значит, брать можно. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Всем добра, удачи, позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока.